Подняться на высоту птичьего полета и полюбоваться видами озера Плещеево предложили своим участникам организаторы 19-го фестиваля воздухоплавания «Золотое кольцо России». С 17 по 19 июля в небо над Суздалем и Переславлем-Залесским взмыли 15 аэростатов. Первый фестиваль в стране, который прошел после этой паузы двухмесячной. Даем людям оптимизм, повышаем их иммунитет, они улыбаются, радуются. Фестиваль должен был состояться еще в апреле, но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Организаторам пришлось отменить и ночное шоу светящихся шаров, но азарта от этого участников не убавилось. Управление аэростат производится исключительно по высотам. Есть понимание роза ветров. На каждой высоте свой ветер, да? И путем маневрирования вверх-вниз мы меняем свою траекторию. Такая воздушная геометрия. Следующий фестиваль воздухоплавания «Осенняя фиеста» в Переславле-Залесском состоится в сентябре.